Ты когда-нибудь задумывался, а сколько времени курильщик тратит на курение? Давай посчитаем. По статистике курильщик выкуривает 11 сигарет в день и на каждую тратит по 5 минут. Тогда получается в сутки он тратит 11 на 5, равняется 55 минут. В месяц у нас 30 дней. Поэтому получается, что курильщик тратит 55 на 30. Это 1650 минут. В месяц, вдумайтесь. Если это число умножить на 12 месяцев, мы получим 19-800 минут в год тратит курильщик, а это 330 часа. А если посчитать это в сутках, то 14 дней курильщик тратит на курение. И теперь скажи, хочешь ли ты тратить 14 дней в году чисто на вот эту глупую привычку?